подписчики. Ну вот, Савеловский вокзал, нашел ребят. Санька Бомжик, Колька, Димка Беззуба и Любка. Вот позвонили сейчас Колькины родственники. Колюшок у нас приоделся немножко, глянь. Башмаки со скрипом у него. Все ништячок, более-менее выглядит. Сытые. Тетушка пришла их, покормила. Вроде приедут родственники за Колькой. Будем держать масть за него. Вот, на мой телефон будут звонить. Саня, ты как? Я всех мучаю. Я только сегодня пожар был. Кто-то поджег меня. Опять тебя подожгли? Да, меня. Кто мне поджег? Вот все поджигает. Да кто тебя знает, кто тебя поджигает? Вот Любанька наша, как всегда, улыбается. Люб, ну наливай, есть выпить-то, нету? Да есть, конечно. А ты не пьешь? Я сегодня 50-й день. Да. У меня сегодня юбилей. 50 дней не пью, прикинь. А потом сколько дашь жару? А потом, ой, мам, не горюй. А что пьем-то сегодня? Зеленая марка? Нихуя себе. Кедровка. Сказал бы я себе. Вот так вот уличные бродяги живут. Ну да, Колюшка вот приоделся, Колюшок, молодец. Это мало. Мало. Что еще? Ветераны сходить. Не, ну чистые, относительно чистые все. С Любой сходить. Колька вон бороду, ой, не Колька, а этот, Санька бороду отпустил. Я же пират. Я пиратом был в Новый год. У меня мечта была. Пиратом был. Я пиратом был. А Димон куда свинтил? Посмотреть под березы. Ежа, ежа привязать. Да, березы. Вот такой. Березы. Вот смотрите, как Любанька ебашит водяру. Бульк. Все, ни закуски ей не надо, ничего. Не, глянь, что-то закусила. Без закуски это смерть. Вот Любка сегодня встала, сырников напекла ребятам, супу наварила. О, Санька Бомжик вот самогонки нагнал. Все. Называется Сань. Третья Борика. Ну, как всегда, ты мать не меняешь, да? Она меня нагнала. Я понял. Вон Димон, Димон наш идет. Весь в раздумьях. Он бульбу потерял. Бульбу потерял? А бульба на работу не уехала разве? Не знаю. Его там вроде звали. Кричали, кричали. Он уже неделю назад должен выйти. Но. Нет, сегодня? Не валяй, Сашка. Он покушает сейчас будет. Че, Дим? Дим, покушай, что будет. Буду. Буду. А что ты ему показала? Водку. Буду. А. На, кушай. Вот это. Откусишь храм святой? Дим. Ага. Кушай, вот это. А не помирать, вот это. Димарик, ты себя как чувствуешь? Как обычно. Это не трясогузка. А куда трясогузка делась? А хрен его знает. А вчера я его видел. Видел? Где? Он меня здесь подстриг. Нихера он тебя подстриг. В каком месте он тебя стриг? Здравствуй, ежик, Новый год. Здорово. Не, не так, не так, не так. Ну-ка, Любань, наведи ему там шмон. О, все, под Диму Билана. Вот так вот они ебашут, ребят. Потом, блядь, с бодуна утром очень плохо.
Ну, не всегда. Не всегда, да? Что это там? Коль, а что это сказала сеструха? Что, когда примерно? Не знаешь? Как найдут, да, на бензин туда-сюда? Или там все есть? Это сегодня или завтра. Позвольте, что я скажу. Ага. А откуда? С Саратова, да? Да. Сколько? Километров 800, наверное? Да. Километров 800 до сюда? 1200. 1200, да? Где-то вот так, в этом районе. Ну, я понял. Точно не могу сказать. Ну, в течение суток доберутся, скажешь, потихонечку. Сейчас снег, мнех туда-сюда. Сзади. Ну, смотря какой дорогой поедет. Да, смотря какой дорогой. Да дорога там одна, просто погода-то, видишь, какая. Это да. А если лесом? У меня-то лесом надо ехать, кстати. Лесом? Да. Ты чего? У тебя там только на лыжах, блядь, да. Больше не проберешься никак, да? Быстрее будет. А у нас до Волгограда, ну, такое, степень, ну. Да там сейчас показывают везде, и в Сочах снег выпал, и хер поймешь, что творится. Ну, если сказали приедут, значит приедут. Ну, да, да, дай бог. Вот, ребята, делаем кое-какие движения, слава богу, вот родственники нашлись. Я еще говорил, вот они до Нового года еще мне звонили, вот она же звонила. Я говорю, приезжайте, ради бога, забирайте, как бы, блядь, или в тюрьму не сел, или не замерз где-нибудь, что-нибудь не случилось. Сань, ты знаешь, замерз или не замерз? Да это понятное дело, ну видишь, случаи разные бывают. Вон, про Тему кто думал? Никто ни хера не думал. Бах, и все. Этот охранник, да, как думал, что, то, что ты его... Да, что я его. Да. А оказался темный. Нет, вообще, я его с Серегой. Все вообще думали про космос, а я сегодня, да, я нашел, да, его, да, опять, в какой больничке он лежит. Вот. Сегодня вечером съезжу к нему. Кому? Космос здесь. Он здесь. Где? На первом. А Юра в больнице. Он сейчас на первом. Сегодня? Он здесь. Сегодня видели его? Да ну нахуй. Мы его похмеляли. А сегодня видели его? Вот, да, мы похмеляли его. Охуеть это. А как же, я звоню в больницу, а мне сказали, да, лежит такой. Или на первом, или на шестом. Юра знает, три богатыря ходил. Алтай, Юра и Юрусь, который умер, или два человека, он третий. Говорят, что он тоже умер. И приезжаем в больницу. В декабре умер, да? Да. До Нового года он умер. А у него хоть есть никого, родственников нет, ничего? Не знаю. О, Манька. О, а вон и Манька наша. Вот, ребята, а я бы сейчас поехал в космос, в больничку, прикинь. А он тут лазит, блядь. Кого? Вчера здесь сегодня лазит. Охуеть, блядь. Вот это движение, ребят. Хорошо сказал вам, а то сейчас бы поехал. Манька! Манька, дай сад. Ну передавай хоть привет подписчикам, манюй. За тебя там все, блин, переживают. М12. М12, подводная лодка, ё. М10. Так, ребята, ну если космос здесь, сейчас я пойду его... Сейчас я его пойду найду. Мне просто ребята деньги поскидывали там. Чтоб я космосу купил больничку там рыльно-мыльное, там сигареты туда-сюда. Он здесь. Я уже пойти вторые сутки заебался. Он двое суток. А как же мне в больнице сказали лежит такой? Во сколько он? 2 часа ночи, да, приедет? Может он вчера и съебался с больницы, а там не знаю. Ну вот, ребят, последние новости. Манька, что ты там спрятала? Сахар какой. Литра полтора нету там у тебя, ничего? Юру жалко, Юру. Я еще неизвестно, умер он или нет. Кто? А кто сказал, что умер? Сказал, а ты не знаешь фамилию, отчество его, нет? Ой, ну хоть. Он
Оленьи ходят. Калмыкия. Я хер его знаю, Бурятия, Калмыкия. Да, вот оттуда. С Бурятии? Да, он оттуда. Жалко мне его, если он умер. Еще неизвестно. Да. Люк, сходи. На тот проход посмотри. Есть там это? На какой проход? На первый. На этот. Нет, там... нет. На первый переход. Туда, где касса, да? Ну, где парапет. Да, да. Два брата кровата сейчас работают. Да, я знаю, да. Пойди, посмотри. Ах, космос, а я бы сейчас поехал к ним. А он там стоит. Ну вот, ребята, вам и видео. Много снимать не буду. Как бы вкратце, ну все понятно. Более-менее, ребята, живы-здоровы. Космоса сейчас пойдем искать. Да. Все, всех благ, ребята, подписывайтесь на канал.